Это стихотворение я посвящаю своим друзьям, тем, кто не предал, не продал, не забыл обо мне, когда мне было тяжело. Низко вам кланяюсь за помощь и заботу обо мне. Просто я вас всех люблю. Мурату Мужикову, Ивану Катаеву, Алексею Сидельникову, Андрею Онищенко, Сергею и Руслану Грудовым, Семену Скороходу, Сергею Островому, Виталию Смирнову, Александру Капралову, Роберту Петросяну, Александру Решетько, Сергею Казакову, Виктору Снецаренко, Руслану Шамшину, Сергею и Маше Астафьеву, Александру Прокудину, Василию Бондареву, Юрию Суслову и Алексею Кириенко посвящается. Если ты будешь на самом краю, где впереди лишь отчаяние зов, там, где за жизнь даже грош не дают, где прострелили уже колесо, остановись и мой номер нажми, не выходя из машины под дождь, рану дрожащей рукой зажми и объясни мне, где ты меня ждешь. И я прибегу, прилечу, прину как там, только дождись меня, не умирай. Буду лечить, защищать, буду плакать, но отодвину отчаяние край. А если мой номер тебе не ответит, и тишина, словно пуля под дых, значит, меня больше нету на свете, значит, меня не ищи среди живых.